Avende den es so kadel. Der Rude im Jutre hier schecken packen. Dat bis Edwusch um mit Reihe. Was mint erento sarahe lecta sue ispile questa sigi reba План ждет внутри. Не волнуйся. Это нужно не только нам, но и ему. Барит, приветствую тебя в Дэроу. Сколько лет прошло? Благодарю, мой король. Надеюсь, мой дар был тебе по вкусу. Пряности, каких я прежде не видал. Да, ты меня порадовал. Это лишь начало. Скоро Дублин превратится в главный центр торговли в Ирландии. Живи долго и правь мудро, о мой король. Твои слова – честь для меня. А ты, верно, Эйвор. Спасибо за храбрые дела, что ты совершил перед коронацией. Король? Похоже, враги вознамерились оборвать мое правление еще прежде его начала. Между северными и южными Уинейлами давняя распря. Но клянусь, именно я положу ей конец. Готовишь войну? Верховный король должен иметь власть над своими землями. Если без крови не обойтись, так тому и быть. Дублин — богатый город. Мы многое можем предложить. И воинов у нас хватает. А Эйвор в их числе. Я рад, что ты хочешь укрепить связи между Мидой и Дублином. Помощь мне действительно нужна. Но трудам твоим мешают твои же собственные подданные. О чем это ты? Во время коронации дублинские даны выкрали сокровища одного из наших монастырей. Келтскую книгу. Твоя поддержка весьма пригодилась бы мне. Но от такой непредсказуемости больше вреда, чем пользы. Если я верну книгу и накажу воров, будет ли Бариду место при твоем дворе? Возможно. Знаешь ли ты, где эти даны? В топе Хинхроя, к северу отсюда. Эйвор,
Это все лишь моя забота. Ждите здесь, я все сделаю. Книгу. Нужно осмотреть их тайники. Не стоит привлекать внимание. Битвы! Ты Клан говорил правду. Книга должна быть где-то поблизости. Что-то случилось? Эй, стоять!
нужна другая книга. Это ты? Это ты! Тебе велели исчезнуть, Торстейн! Исчезнуть из Дублина! Может, я заблуждаюсь, но мы не в Дублине! Ты не понял, что я не желаю тебя больше видеть? Слушай, ну откуда же мне было знать, что я встречу тебя тут? Ты зачем здесь? За книгой, что ты украл из монастыря во время набега. Да мы побывали в нескольких монастырях. Мои новые друзья неутомимы. Это ценная реликвия христиан. Отдай ее мне. Для христиан? Ха! Ты теперь служишь ирландцам! У меня ее нет. Ты на меня злишься? Не надо, прошу. Злишься же, да? Скажи, зачем мне оставлять тебя в живых? Я знаю, где она. В гробницах Боем. Смотри, сколько всего мне за нее дали. Ты бы отказался, а? Вот, ты ведь понимаешь. Мы с тобой похожи. Я тебе почти как брат, так что... Не убивай меня. Не хватало пачкать об тебя оружие.
Совершенно согласен. Исчезни. И теперь я не шучу. Третьей нашей встречи ты не переживешь. О, Ирландии я сыт по горло. Аж ноги болят плясать вокруг местных королей. А добыча? Смех один. Хотя, вот это я заберу. И это. Гробница Боэна. Торстейн сказал, кельтская книга здесь. Нужно соблюдать осторожность. Возможно, это те, кто купил книгу у Торстейна. Кто бы ни были эти люди, они берегут свои секреты. Кельтская книга. Нужно проникнуть внутрь.
книга. Теперь прочь из этой проклятой пещеры. Myndu mér afsvara þeim blíðu, segja þeim að megi eigi blandast við oss áður en búningu sér gerði. А, больше сделал. Может, достаточно? Жду твоего... У меня жажда! Выпьем здесь! Победишь! Shall the wood well on your hell come for Hedja.
чрезвычайно тяжкое преступление. Скоро все будет исправлено, аббат. Даю свое слово. Ну что, ты нашел книгу? Как же ее тут у вас все обожают. Это аббат Эоган, епископ Арминский. Книга его. Помню. Он был на коронации. Надеюсь, ты не пострадал, когда спасал книгу. Дружба Верховного Короля того стоит. Что? Мой господин, вас наделил властью сам Бог, а это язычники. Не сочти за грубость. Слыхал, Барит? Спасаешь их от смерти, защищаешь их веру, а к тебе относятся как к дерьму. Я просто хочу напомнить Флану о возможных последствиях. Вот и все. Они мне прекрасно известны, аббат. Пожалуй, я слегка забылся. Мне пора. Господин, прости, что вмешался в твои дела. Пустое. Я лишь рад, что книга снова в надежных руках. А он занятный. Мне понятно недоверие аббата. История дает ему много поводов быть осторожным. Что расскажешь? Я управился с вожаком болотных воров. Больше в Дублине некому мутить воду. Что ж, тогда займемся насущными делами. Ульстер делает все, чтобы подмять под себя Коннахт. Нельзя дать пламени их союза разгореться. Нам понадобится поддержка других королевств. Поговори с Киарой. Она многое знает. Я вернусь в Дублин, соберу людей и припасы для похода. Благодарю. Когда накопим достаточно сил, встретимся в Нокфри и составим план действий. Тебя долго не было. Кто украл книгу? Она была у весьма странных людей, а те купили ее у Торстейна. Зря я его пощадил. Даже мой сын это знал. Радуйся, Барит. Мы угодили Верховному Королю. Я обрадуюсь, когда Флан начнет доверять мне по-настоящему. Мне пора в Дублин. А ты ступай к Киаре. Нам нужно доверие и других королей. Аллилуйя! Эйвор, рада тебя видеть! Раз ты еще здесь, значит, Флан и Барит сумели договориться. Верно. И сильно ли тебе самому пришлось для этого постараться? Я просто показал Флану, что мне можно доверять. Думаю, непросто. Тебе удалось войти в историю. И Флану ты по нраву. Только лишь ему одному? А ты не из робких, верно? Из догадливых. Нужно привлечь на нашу сторону как можно больше королевств. Флан сказал, ты мне поможешь. Да. Ирландские короли присылают ко двору свои жалобы, надеясь быть услышанными. Тут и мелочные споры, и дела поважнее. И я взяла на себя смелость просмотреть их и отобрать те, что вызовут наилучший отклик. Ясно. Чем больше услуга, тем выше награда. Именно. Ищи наши голубятни. Там тебя ждут самые важные поручения. Поможешь королям, те в ответ снабдят нас людьми, и припасами для вторжения в Ульстер.
Ты видишь? Эй, постой! Сдохни! Один не терпит труса! Я все сделаю. Нападут, как только увидят. Thank you.
С этим я справ. Нужно быть осторожнее. Пора в путь. Ставьте машину. В этих водах придется грести. Больше паруса! Постой-ка! Осталось выбраться.
Сенен, разведай местность. Стражников. Þegar hann kom hérna með heyri sér. Mm-hmm. Mm-hmm.
Thank you.
Думаю, мы с пути. Ah!
Yeah!